Итак, ребята, всем привет! Мы продолжаем тему искусственного интеллекта. В этом ролике мы поговорим о новом Microsoft Bing. Мы получили доступ к новой версии поисковика от Microsoft на основе искусственного интеллекта. Также несколько новостей будет. Apple провела саммит по искусственному интеллекту, закрытый для сотрудников. Поехали! Вот новая версия Microsoft Bing. Итак, чтобы получить доступ к новому Microsoft Bing, надо правильно зайти на вот эту страничку bing.com/new, войти в аккаунт и выполнить требования, то есть встать в очередь, выполнить требования, поставить на телефон приложение Bing и на компьютере сделать Bing по умолчанию. А для этого включить VPN United States и далее зайти на новый Bing, выполнить все требования, встать в очередь, войти в аккаунт и ожидать. Давайте мы обновим страничку, нажмем чат. Да, вот появился у нас чат. То есть на основе чат GPT. Здесь есть кнопочка очистить, новая тема, то есть. Вот у нас есть Microsoft награды типа, rewards, вот они. Поехали. Давайте что-нибудь спросим. И мы выбираем, вот. Нам предложить варианты, мы выбираем взлом Twitter. Новости по поводу Twitter. Нет, спасибо, хочу поговорить о чем-то другом. Покажи топ-25 видео о космосе на YouTube. Ну, допустим, вот. То есть поисковая система может показывать видео. Вот у нас предоставили нам видео, предоставили списки, то есть вот так вот работает, но только с VPN. Ну, например, еще давайте спросим. Объясни теорию Дарвина простым языком.
Ну давайте спросим. Вот что я больше всего люблю. Факты о динозаврах. Динозаврах. Надо обновить, наверное, страничку. Он немножко подвис. Понятное дело, что искусственный интеллект еще обучается. У меня было 46, стало 51. Ну, награды вот эти факты. О, динозаврах. Нет, давай по-другому. 10 фактов о динозаврах. То есть вот. Давайте что-нибудь еще спросим. Ну вот, какие еще виды динозавров существовали? То есть это диалог, мы общаемся с искусственным интеллектом. Это такие выжимки из статей, мне так кажется, но в этом и состоит общение. Мы общаемся с искусственным интеллектом, мы его спрашиваем, он нам отвечает. То есть это диалог. Любая тема, например, мне нужно приготовить ужин. Например, посоветуй что-нибудь вкусное. Ну, допустим. Пожалуйста. Это еще малая часть того, что может искусственный интеллект. Мне кажется, чем дальше, тем совершеннее. Итак, делаем вывод. Microsoft Bing работает только с VPN. Ну, на территории России и Беларуси. VPN United States. Заходим на сайт нового Bing. Выполняем условия. Установка приложения на телефон. Поисковая система по умолчанию. И становимся в очередь. Также, чтобы пользоваться чатом, то есть чат-ботом, нужно Microsoft Edge. То есть, как я понял, в других браузерах это не работает. То есть, если мы зайдем на ту же самую поисковую систему, допустим, давайте, и зайдем, например, через Safari, оно работать не будет. Оно захочет Microsoft Edge. Давайте смотрим. Как узнать? То есть вот вы заходите в один из дней на страничку и смотрим, что все готово. Скачайте Microsoft Edge. Даже если мы зайдем через Google Chrome, у меня есть Google Chrome. Давайте мы попробуем. Зайдем. Это я делаю все, чтобы потом у вас не было никаких вопросов. А работает ли в других браузерах? Нажимаем чат. Вот такая страничка у вас как раз таки появится. Присоединяйтесь к списку ожидания. Потребуется войти и выполнить условия. Ну и ждать. Я думаю, что это все не предел. Это все будет развиваться. Это очень-очень даже интересно. Я не думал, что вот такой интерес возникнет у меня к этому искусственному интеллекту. Сейчас даже уже начал разрабатываться проект, который с открытым исходным кодом. То есть тоже чат-бот с искусственным интеллектом. А теперь мы перейдем к Apple. Компания Apple провела закрытую конференцию, посвященную искусственному интеллекту. Все ожидали, что будет якобы представлена поисковая система, будет что-то еще представлено. Однако они поговорили о достижениях. И вероятнее всего это будет все
показана на WWDC 2023, которая пройдет в июне. То есть 5 или 7 июня у нас конференция для разработчиков. И там будет показано что-то, связанное с искусственным интеллектом. Ранее Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что гарнитура дополненной реальности от Apple перенесена на WWDC 2023. Видимо, это как-то связано между собой. Если ролик понравился, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарии, что вы думаете по этому поводу. А мы с вами увидимся в новых роликах. Всем пока! Ссылка на Microsoft Bing на новый будет в описании. Увидимся!